Кремле не знакомы с планом передачи Крыма в аренду России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заметил, что Россия не может взять свой же регион в аренду. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» написала о плане команды Дональда Трампа по снятию санкций с Россией. Предложение передали в Белый дом за неделю до отставки советника президента Майкла Флина. В разработке документа участвовали адвокат Трампа Майкл Коэн, деловой партнер президента Феликс Саттер и украинский оппозиционер Андрей Артеменко. Это больше, чем мирный план для России и Украины, так отмечает «Нью-Йорк Таймс». Он предполагает вывод всех российских сил с востока Украины и проведение украинского референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или даже 100 лет. Посол Украины в США Валерий Чалый уже заявил, что Артеменко не уполномочен представлять от имени Украины альтернативные мирные планы.